Задумались ли вы, откуда и как появился всеми любимый всероссийский детский центр «Смена»? Давайте представим 1925 год. Появился палаточный лагерь на 40 человек. Суко стало любимым местом для жителей. Позже, в 1985 году, было принято решение построить оздоровительный лагерь «Голубая долина». 1 июня этого же года состоялось открытие Всероссийского детского центра у Синего моря в Солнечной местности. Этот день стал днем рождения Всероссийского детского центра. Детский центр стал местом, где мальчишки и девчонки смогут раскрыть свои таланты. Спортивные, литературные, творческие. Если честно, нам очень нравится еда здесь. Голодным точно не останешься. Да уж, это точно. Пузо наешь на год. Но у нас же есть и гурманы детей. Или просто люди, которым не нравится эта еда. А сейчас мы узнаем и рассмотрим пожелания детей, которые они хотели бы задать нашим поварам. А хотите, мы раскроем тайну нашей кухни, и не для всех уже будет это секретом. Пришло время показать вам одно из самых красивых мест этого лагеря – море. Посмотрите, как он очаровывает своей красотой. Зимой увидеть море, если ты из городов, где его нет, необычно. У того, кто его видит в любое время года, кроме лета, ощущения более захватывающие. Давайте заглянем в корпус, где проходят факультеты. Да, сейчас мы окажемся в мире творчества и воображения. Именно здесь дети открывают свои внутренние таланты или узнают новое о какой-то профессии. Давайте зайдем в факультет видеомонтажа. Именно этот факультет. Я считаю, что монтировать видео – это очень интересно и увлекательно. Как вы думаете, пригодятся ли эти знания в будущем? Я считаю, что да, потому что в дальнейшем я планирую связать свою профессию с этим факультетом. Как хорошо, что приехали в лагерь, и о школе можно забыть. Как это? Школа здесь есть, но только усовершенствование. Есть? А как она выглядит? Пошли сходим. Вау, какой вид! Обожаю панорамные окна. А какие компьютеры? И это учится с ними? А как же учебники? Это же лагерь будущего. Какие учебники? Пора представить вам наш огромный стадион. На этом стадионе вы сможете в любое свободное время побегать, чтобы держать себя в форме. Посмотрите, как он красиво выглядит, даже зимой. Здесь проходит самая энергичная зарядка. Даже самый сонный человек проснется.